На данном обзоре у нас XRB16 после полного капремонта и с установкой нестандартных рычагов под шампанское. То есть клиент попросил универсальные рычаги, то есть у нас идет рычаг либо под шампанское, либо под П. То есть установка и снятие производится буквально за 15-20 минут. То есть меняем рычаг, устанавливаем на него ПЭТ-бутылку, и машина готова к работе с ПЭТ. Это, как и всегда, у нас заменены все расходники, заменены шестерни, бронзовые втулки. Произведен полный капремонт. Замена автоматики, установка частотного преобразователя, регулировка скорости. То есть, в принципе, станок универсален, он может лить как стекло, так и ПЭТ. Запуск XRB16 после полного капремонта. Установлены рычаги под шампанское, под детское. Вот. На данный момент давление 2 атмосферы в заложке. Шкаф управления, регулировка оборотов. И сейчас стоит на минимуме. Просто как тест. Сливаем воду из бутылок в дренаж. Немножко добавим скорости. То есть в итоге полные бутылки сливаются, пустые ставятся на место. В XRB16 заменены полностью все расходники, заменены шестерни. Заменены ролики, бронзовые втулки. Задача оператора — снимать полные бутылки и ставить пустые.